Первая фигура – five step. Для начала партнер и партнерша берут правую руку за левую в замок, дама подходит, и партнер берет правой рукой партнершу, или его рука чуть-чуть вниз смотрит, а партнерша кладет сверху локоть на партнера и тоже закрывает его. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. Еще раз. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. Вот это и есть фигура five step. Посмотрите еще раз. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. И еще раз. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. Теперь мы разберем эту фигуру, партию партнера. Обратим внимание на ноги. Партнер начинает движение с левой ноги. Вперед, шаг вперед, дальше шаг в сторону, чуть-чуть назад, дальше шаг назад, шаг назад, и он разворачивает корпус. Все, давайте это сделаем еще раз. Приготовились. И с левой вперед, в сторону назад, 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 и разворачиваем корпус, а стопы остаются в направлении диагональ в центр. Хорошо. И еще раз. Подсчет. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. И последний раз. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. Хорошо. А теперь мы разберем партию партнерши. Партнерша начинает, соответственно, с правой ножки назад. Шаг назад, дальше шаг с левой ножки в сторону вперед, дальше шаг вперед с правой, шаг с левой вперед, и разворачивается диагональ в центр. Еще раз. С правой ножки назад, левая нога в сторону вперед, правая нога вперед, левая нога вперед, и разворачивается. Теперь мы это сделаем подсчет. Раз, два, три, четыре, и пять, шесть. Еще раз. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть. Хорошо. Теперь обратите внимание партнерши на голову. Голова у партнерши смотрит влево. И раз, два, три, четыре. Но на пять, шесть мы разворачиваем ее в центр зала. То есть вправо. И еще раз. И раз, два, три, четыре. И поворачиваем голову. И пять, шесть. Теперь станцуем это движение под музыку.